На конкурс дети читают стихи. Калиденко Маша, 6 лет, город Зеленокумск, детский сад Чебурашка. Кирилл Авдеенко. Дождик, дождик, где ты был? Я по небу стучкой плыл. А потом ты что, разбился? Ой, нет, нет, водой разлился. Капал, капал вниз, упал. Прямо в речку я попал. А потом я плыл далеко, в речке быстрой, синевокой. Любовался всей душой нашей родиной большой. Ну а после испарился, к тучке белой прикрепился и поплыл, скажу я вам, к дальним странам, островам. И теперь над океаном я плыву все вдаль с туманом. Хватит ветер дальше дуть, нужно плыть в обратный путь, чтобы с речки повстречаться, чтоб с ним в лес рано помчаться, любоваться, чтоб душой нашей родиной большой. Так что, ветер, друг ты мой, с тучкой мы спешим домой. Нас ты, ветер, подгоняй, к тучку, к дому направляй. Ведь по дому я скучаю, ну-ка тучку раскачаю. К дому как тороплюсь.